Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Monster Bash HD, ремастер хардкорного платформера из 90-х. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Напоминаю, что вы можете помочь каналу, просто поставив лайк под видео. А чтобы не пропустить новое видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Русского языка в игре нет, но поддерживается геймпад, что замечательно, я буду играть именно на геймпаде. Кроме того, здесь мы сможем использовать пользовательские уровни, делать самому уровни, здесь есть редактор, это любопытно. Но мы просто начинаем игру. Здесь есть уже три части, мы выбираем само собой первую. Бумс. Уровень первый. Здесь есть дополнительные задачи, которые можно выполнять, чтобы получить больше очков. Но нам для начала, чтобы вообще получилось поиграть, потому что я знаю, что игра очень хардкорная. Есть несколько уровней сложности. Последний, четвертый, заблокирован. Чтобы его открыть, видимо, нужно пройти игру на харде. Но мы будем на среднем. Попробуем, по крайней мере. Не подкармливайте зомби, написано. Давайте сделаем... По-моему, потише нужно сделать все-таки некоторые звуки. А то гроза вот очень громкая. Покойся с миром. 1801-1923. Ой. О, тут зомби, оказывается. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Мы можем вот так вот ползти. Мы можем прыгать. Можем повыше прыгать. Можем вот так стрелять. Так, это у нас компас справа, да? Мы можем его убрать или наоборот показать. Так, мы можем целиться. Так. Есть. Слева сверху мы видим полоску жизни. У нас получается 6 ячеек, да? Но здесь специально сделали такие препятствия, вот через которые мы не можем пройти, специально вот, чтобы мы обучились, как здесь, к примеру, что-то было, что меня ударило, как здесь, к примеру, прыгать, ползать и так далее. Вот эта черепушка меня что, ударила? Так, мне бы подлечиться в таком случае. Ой-ой-ой. Что-то мы подобрали такое. Ух ты! Тройные выстрелы. Ну, кстати, мы можем еще и камеру двигать. Вот таким вот образом. Подстраивая под себя. Отлично. Так, как бы мне, может, через тебя перепрыгнуть и перебежать просто или... Ой. Где-то там. На тебе. Ой, его голова еще может ударить. Вы посмотрите, голова покатилась и ударила меня. Ух ты. Вот так вот. То есть нужно еще голову его убивать тоже. Так, здесь я не перепрыгну определенно. Посмотрите на это дерево на заднем фоне. Жесть. Только сейчас заметил, что оно какое-то живое. Да, выглядит игра просто замечательно. Звук мне тоже нравится. И управление тоже удобное. Awesome. Замечательно. Так, а это просто листья летают. Так, вот это вот мостик или что? Он не сломается там случайно? Можно вот так вот посмотреть.
Это что за рука? Пока я там рассматривал... Ладно, давай иди сюда. У меня есть рогатка, и я умею ей пользоваться. Эй! Так, есть. Кажись, есть. Оп. Да, как я и думал. Как я и думал. Так, черепушку лучше не трогать, я понял. Ёпарас, это тут еще рука. Мы можем... Черт. Мы можем туда куда-то упасть, потом опять пропрыгать ради очков. Но не надо, не хочу я рисковать. Так, если я туда перепрыгну, куда я упаду? Оп, не, нормально. Ну так, я уже не допрыгну, или... Почти, почти. Да ладно, наплевать на очки. А нам интересно просто посмотреть, что впереди. Вот что вот это такое? А возможно, это какая-то точка сохранения. О, мяу. Котейку спасли. Замечательно. Ой, ты твою ж, дивизию, какой ты шустрый, слушай. Давай уйди куда-нибудь, чтобы я мог спуститься вниз. Вот так тебе. Так, ну, вот эти камешки у нас бесконечные, поэтому можно прямо как из пулемета гасить. Но слишком много мы и не можем. Видите, он прерывается, хотя я непрерывно долблю по кнопке, то есть он как будто устает. И смотрите, там внизу есть еще камешки. Но если мы их возьмем, мы ведь умрем. Или нет? А давайте проверим, что будет, если вот мы умрем, к примеру. Оп. Ой! А мы не умерли. Мы нашли какое-то секретное место, слушайте. 10 тысяч очков нам за это дали. И вылечили полностью. Ой, и туда еще пройти можно. Так, а как открыть сундучки? Эх, жалко, что нельзя вот эти камешки поменять сейчас на обычные, потому что мы их тратим. Кстати, мы можем еще вот такую менюшку открыть, где посмотреть показатели разные. Так, то есть все, мы просто очки получили, да, за сундуки, хорошо. Я не вижу ничегошеньки, ребята, абсолютно ничего не вижу. Куда-то я уперся, куда-то, по-моему, запрыгнул. Ой, это червяки, жесть. Оп, а мы выбрались. Еще и вылечились полностью, замечательно. Но здесь ведь мост... Ой-ой-ой-ой-ой. Мост-то не восстановился. Но и противники тоже не восстанавливаются, это замечательно. Но вот мост... Ёлки. Оп! Оп! Не, стой! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все хорошо, все хорошо. Так, пока что все очень даже неплохо. Так, а еще раз я сохранюсь здесь? Нет, то есть точка сохранения действует один раз. Ладно, это мы будем иметь в виду. Прыгаем мы довольно медленно, как вы видите, то есть вот раз, так вот, и то не сразу он прыгает. То есть он сначала вот как отталкивается ногами, потом прыгает, поэтому... Что это были за звуки? Никаких уворотов здесь нет, поэтому нужно рассчитывать правильно время. Мы можем просто не успеть отпрыгнуть от кого-то, от опасности. Так, здесь вот давайте посмотрим. Мне нравится вот это возможно. Твою ж дивизию! А, жесть. Так, мне нравится вот эта возможность двигать камеру. Во-первых, можно ее подстроить под себя и играть как удобно. Во-вторых, можно просто посмотреть, что там сверху или снизу. Но, по-моему, она центрируется все-таки. Или мне так кажется? Так. Так, все-таки вниз нам? Судя по всему, да. Вот здесь слева глаз какой-то, смотрите. Оп! Это не глаз, это рука с глазами. Жесть. Я хочу туда. Оп. Оп. Нормально.
Так, 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 я там вижу справа уже кого-то. А я здесь смогу проползти? Или вот этот наконечник мне причинит урон, несмотря на то, что я на него не прыгаю сверху. Вот посмотрим. Нет, могу. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, а он сюда не идет, да? Так. Так. Еще разок пускай сюда придет. Голова. Голова еще опаснее, по-моему, чем он сам. Давайте подождем секундочку. Ладно, бежим. Оп. Так, там еще один. Сейчас прыгнет. А, нет, это тот, который внизу и ползал, а там рука вылезла, и из нее потом вылез уже зомби, понятно. Так, то есть он не выпрыгнет. Если я вниз не упаду, то на него и не нарвусь. Но там котейка. Как же поступить-то? Ой, там справа пики. Упасть вниз с ним, разобраться, котейку спасти. Да нет, котейка обойдется. Мне сейчас просто интересно не то, чтобы очки набрать. Мне интересно зайти как можно дальше и посмотреть вообще на игру. Я сейчас не ради очков, собственно, играю. Так, я тебя видел. Так, я в тебя, нет, не попаду. Если так. Во. Еще два есть камушка. Что нам показывает этот компас? Следующего котейку. Там голова. С головой это уже легче. Там две головы, еще и рука, да вы шутите. Хана. Давайте так, готовимся. Слушайте, стоп, а если вот так, развернись туда. Камни летят недалеко и потом падают вниз. Это можно использовать, слушайте, классно сделано. Это особенность механики, которую можно использовать в свою пользу. Камни действительно падают вниз. Шикарно. Так, ну пока что меня игра очень радует, ребята. Пока что очень радует. По-моему, я в голову тоже попал уже. Хорошо. О, мы сейчас подлечимся. Кстати, здесь секретные места могут быть. Нужно проверять стены, но я этого не делаю. Ну и ладно. Так. Так, подождите, это что такое? Я ведь сейчас вниз пойду или вправо? А зачем вот эта штуковина? Спрыгнуть куда-то, может быть, можно. Черт его знает. Кстати, эти черепушки. Вы это видели? Какой это эффект был? Далеко. Да что ж такое, в этот не могу попасть. Так, а если пройти вправо? Ой, что-то было там? Черви, рука. Оп. А ладно, рука туда ушла. Никогда не оставляй животное позади. То есть мы по-любому должны того котейку спасти, да? Ёлки-палки. А еще сюда можно упасть. Куда-то пройти. Ладно, будем возвращаться за котейкой. Там, конечно, место очень опасное. В принципе, недалеко. Меня больше всего пугает именно вот этот вот. Так, давайте вот так сделаем. А, мы все равно уже камешки потратили те. Черт, а как же мне тогда вот этого безопасно убить-то, а?
прыгать туда и быстро сразу же стрелять. Давай, иди. Да иди ты уже куда-нибудь. Есть, все хорошо. Все. Вообще хорошо получилось, только... Только как я теперь? Подождите вы. А, я смог сюда. Я довольно высоко, получается, прыгаю, слушайте. Так, стоит ли мне вот сюда спрыгивать? Потому что наверх-то я не знаю, потом смогу ли я забраться каким-то образом. Куда я попаду? Но я любопытный, я хочу. Ой-ой-ой. А, еще сюда по-любому нужно было, понятно. Ага, я понял, сейчас что-то будет. Черт, может как-то можно в него попасть? Нет, даже в момент, когда рука высовывается, все равно ей урон не наносится, видите, да? Здесь вот куча всяких плюшек, но... Слишком опасно их пытаться подобрать! А ладно, все, плевать. Это просто очки. Это нам даст только лишь очки. Так, здесь не видно, куда мы пойдем, поэтому... Просто падаем... Ого! Ого! Так, мы узнали две вещи. Во-первых, от падения мы точно не получаем урон, потому что сейчас мы с огромной высоты упали. Это первая вещь, а вторая вещь, что нужно все эти проходы проверять. Так, кстати, ниже я не могу опустить камеру. Смотрите, он голову опускает вниз, но не может ничего там посмотреть. Хорошо, и вверх нам не дают посмотреть почему-то сейчас. Сейчас камера не двигается. Ладно, это все неспроста. То есть сюда по-любому нужно было. Давай еще раз. Нет. Встать я здесь не могу. О, получилось хорошо. Что это было такое? Здесь аккуратно очень нужно прыгать. А давайте мы... Нет, вправо пройти не можем. Я хотел проверить. Ничего не вылазит вроде, ничего нас не бьет. О, там кто-то есть. Он сюда не упадет, не? А, черт! Голова! Оп. Фух, отлично, все получилось нормально. 4 жизни еще у нас есть. Я даже проползу здесь. Так. Что там? Кстати, здесь уже можно подвинуть. Опа! Здесь же камеру можно двигать, да. То мы в самом низу локации были, там двигать нельзя было. Так, стоп, слушайте, а как же мне обратно выбраться-то, а? Стоп. Там почему-то выше нельзя посмотреть, вот здесь вот. Специально, видите, ограничивают как-то вот. А вот здесь можно. Хм. Но... Как же мне, подождите, отсюда-то выбраться теперь? Как-то, я не знаю, просто здесь больше идти-то некуда. Вверх туда я не могу подняться никак. Слушайте, что-то непонятно. Смотрите, мне нравится физика камешков. Класс. Но я не понимаю, куда мне надо сейчас. С противником я разобрался, окей. Здесь проходов никаких секретных нету. И... Где-то здесь, может, нет? А какая разница? В ту шахту, если я упаду, все равно вниз. В ней полечу. Толку.
вдруг слушайте, что мы можем делать, а? Слушайте, так может быть... На ту деревяшку нельзя встать? Именно вот встать на нее. Черт, она высоковата. А подождите, а мы не все можем ломать, да? Подождите, я понял. Слушайте, здесь еще элементы головоломки есть. То есть нужно додуматься, что сделать, да? Ага, смотрите, те, которые треснутые, их можно ломать. Слушайте, как классно. Стоп, прицелься как-то вот туда. Вот, я забыл, что мы можем прицеливаться. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух. Нормально, нормально. Хорошо, что я здесь стрелу сломал тоже. Иначе на нее бы сейчас упал. Нужно с самого краешку. Опа. Так, так, так. Здесь пострелять, может, куда-то нет. А эти не ломаются. Так, мне нужно запрыгнуть вообще. Ага, нет, мне нужно туда вот, на ту перепрыгнуть, а там уже потом дальше влево. Оп, и есть, все хорошо, мы еще и подлечим здесь заодно, вообще, полное здоровье у нас, прекрасно, просто прекрасно. Так, ну эти не ломаются. Мне нужно, значит, через них перепрыгнуть, не дотрагиваясь до них. Это может быть сложно, довольно далеко прыгать, но... Оп. Вот. Ой, черт, я их не... А вот эти я не заметил как раз, твою ж дивизию ж. Побежал за плюшкой сразу, вот как... А, жадность называется, как приманка. Прямо увидел плюшку и все, и побежал за ней. Ой, так. Голова, есть, все. Убрали голову, прекрасно. Фух. Черт, ой-ой-ой-ой-ой. Как у меня получилось пробежать мимо тебя. Ёпарас это. Сундук. Опа, а там слева что-то красное. Что-то такое. А. Твою дивизию. Так, я тебя вижу. Заодно котейку. И голову. Великолепно так. Что это такое? Может его... Ага, это кнопка была. То есть теперь мы возвращаемся обратно и по этой лестнице можем залезть туда. Я понял, хорошо. Еще 5000 очков получили. Так, а прямо вверх мы не можем стрелять наискосок. Можем прямо вверх, нет. Тогда давайте как-то вот так, может. Так, а в то мы сможем попасть? Ой, сколько там. Не знаю, дают ли очки за... Да, дают за них очки, так что можно вот так вот и повеселиться заодно. Вот так. Так, здесь секретного прохода нету, нету. Так, ну походу все, походу мы с вами можем теперь возвращаться, уже мы здесь все сделали, да? Быстро, оп. Так, так, так. Смотрим, что внизу, внизу безопасно. Так, слушайте, а так, если я упаду, да, так будет даже безопаснее. Тихо, тихо, тихо. А в принципе вот и все. А в принципе вот и все. Вот и лестница. Так, а если сюда, подождите. Мы здесь были?
Да, мы здесь тоже были. Все окей. Стоп, подождите, а куда оно наверх ведет? Мне интересно, слушайте. Оп. Так, это нужно делать аккуратно. Оп. Ха, любопытство, как говорится, вознаграждено. Слушайте, подождите. А на эту ветку можно забраться? Там справа конфета, я у нее... Нет, нельзя. Оп. Так, мы вроде не убиваемся, прыгая с высоты. Оп. А если вот так попробовать? Нет, стоп, а если... Чуть пораньше, там просто мы упираемся прямо в потолок, скажем так. Если сделать вот так вот. Да! Слушайте, любопытство вознаграждено, ребята. Любопытство вознаграждено. Тихо, все окей. Шикарно. Так, ну это, видимо, выход с локации, да? О, еще питомец. Так, все питомцы теперь свободны, мы можем выйти, нам написали снизу, то есть до этого мы выйти не смогли бы, да? Обязательное условие это освободить абсолютно всех питомцев, они здесь не только для того, чтобы дать нам очки. Нет, это условие прохождения. Хорошо, получается мы... Все, мы прошли этот уровень. А время 25 минут. Так, очки, бонусы... Такое. Ой! Так, это, судя по всему, следующая локация. Ну, давайте просто взглянем, что вот это такое. Так, 10 ракет мы каких-то получили. А как их использовать, к примеру? Что с ними сделать нужно? Да, это уже уровень 2. Мы получили 10 ракет, но как их использовать, непонятно пока что. Может быть, в дальнейшем. Это станет понятно. Но знаете что, ребята, пожалуй, давайте мы уже здесь прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. Это очень классная игра, очень веселая, очень интересная. Я прям в восторге, мне очень понравилось. Ремастер выполнен невероятно качественно, работает превосходно, управление очень удобно, игра замечательно выглядит, игра замечательно звучит, поддерживается геймпад, просто превосходно, просто отпад. Это классная игра, натурально ее рекомендую любителям платформеров и любителям ретро-игр. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока!